Варенье Верочки Полосковой. Как у него дела? Как у него дела? Сочиняешь повод и набираешь номер. Не так давно вот встретились, покатались, поулыбались. Просто забудь о том, что из пальца в палец льется чугун при мысли о нем и стынет. Нет ничего перед глазами. Смейся, смотри на город, взглядом тыщ, не тыщ в шею, ключицы, ворот, губы, ухмылку, лунки ногтей, ресницы. Это потом коснется, потом приснится. Говори, будет тихо ёкать, пульс где-то там, где держишь его под локоть. Пой, провоцируй, нет костри, но добро. Слушай, как сердце перерастает ребра, тестом срывает крышки, течет в груди, если обнять. Пора уже, все, иди. И вот потом отхлынуло, завершилось. Кожа приобретает былой оттенок. Знай, ты им проверяешь себя на вшивость, жизнеспособность, крепость сердечных стенок. Ты им себя вытесываешь, как клещик. Делаешься совершеннее, тоньше, резче. Он твой пропеллер, двигатель или дрожжи. Вот потому и нету его дороже. С ним ты живая женщина, а не голем. Плачь теперь, болей, заливай его алкоголем. Стихами рви, кайся, лечи ошпаренное нутро. Чтобы потом, спокойное, как ведро, здравствуй, я здесь. Я жду тебя у метро.